С 1 июня в павильоне парка «Маяк» работает выставка «Азбука. Путеводитель по Охотскому морю». Подготовили ее участники общественной организации «Артсоюз», состоящие из сотрудников учреждения культуры. По словам организаторов, выставка – вклад в летний отдых детей. В это время погода в областном центре не всегда благоволит горожанам. Но не обязательно проводить время дома в непогожий день. Можно посетить выставку. Основным контентом и видео, и аудиоконтентом для этой выставки стала книга магаданского биолога, кандидат биологических наук Натальи Анатольевны Поспеховой. Вместе с ней уже несколько лет назад мы издали когда-то книжку, первое издание состоялось книжки, она называлась «Морская азбука для мам, малышей и детишек постарше». А вот эту выставку, такую долговременную выставку, поддержало правительство Магаданской области. В качестве субсидии общественной организации выделены средства. И вот все, что вы сегодня увидите, и наши зрители увидят, все это будет еще дорабатываться и развиваться. Выставка будет работать до сентября. В будние дни график такой: со среды по пятницу с 12 до 16 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 18 часов. Однако организованные группы, например, ребята с детских лагерей, пользуются приоритетным правом. Для них по предварительной записи проведут специальные экскурсии.